Сотрудничество в любом направлении основано на крепкой дружбе и стратегическом партнерстве. Именно по этой причине Азербайджан и Казахстан успешно притворяют в жизнь ряд совместных проектов. На этот раз стороны договорились реализовать программы в сфере молодежной политики. Мы государства-партнеры, союзники, друзья, братья, потому что общие корни. И естественно, что мы заинтересованы, что именно в молодежной сфере сотрудничество расширить. Со стороны Азербайджана направлен Казахстан нашим коллегам проект, значит, двухлетний план мероприятий на 2019-2020 годы, в рамках которого определены конкретные мероприятия, которые мы бы хотели реализовать на территории Азербайджана и Казахстана. Два братских государства, Азербайджан и Казахстан, это, наверное, очень похожие друг на друга. И мы всегда говорим у нас, что по гостеприимству с нами может только конкурировать азербайджанские братья, потому что как вы встречаете гостей, это целая культура, и мы, конечно, за это благодарны. Вот только вчера я ознакомилась с идеей правительства создания фонда, который поддерживает участие в разных конкурсах, конференциях талантливой молодежи Азербайджана. Это очень хороший, прекрасный опыт для Казахстана. Азербайджано-казахстанский форум молодежи проходит впервые. Среди участников – студенты, руководители молодежных организаций, творческая молодежь. Делегация из Казахстана находится в Баку уже несколько дней и за это время смогла ознакомиться с достопримечательностями столицы. Познакомились с культурой Азербайджана, им очень понравилось. Они рассказывали, мы делились нашими культурами, очень много общего нас связывает. Они рассказывали свои проблемы, мы свои. Они всегда поддерживают нас и в вопросе карабахской проблемы. Во всем они нас поддерживают, и мы их также. Мы уже несколько дней находимся здесь, наладили контакты с нашими местными коллегами. Есть совместные планы по реализации этих планов. То есть это получается проведение международных форумов на территории Актюбинской области. Вы сами знаете, Актюбинская область находится на западе Казахстана, то есть мы с вами практически соседи. Сейчас мы активно ведем работу именно по развитию волонтерского движения, по вопросу молодежного предпринимательства, социального предпринимательства и обеспечения занятостью нашей молодежи. Здесь очень продвинутая молодежь, здесь молодежь современная, у нас одно мышление, единомышленников очень много. Поэтому мы хотели бы проработать совместные проекты с молодежью Азербайджанской республики в сфере IT, в сфере трудоустройства, занятости. Ну, в частности, именно вот если говорить о целенаправленности какого-то проекта, то мы предлагаем инновационные какие-то проекты совместные делать. Я как представительница Союза молодежи студенческих организаций Азербайджана хотела бы способствовать обмену студентами среди азербайджанских и казахстанских студентов, а также представить наши проекты, уже которые были организованы, и узнать побольше о проектах казахстанских студентов, казахстанских организациях студенческих. Министерство молодежи и спорта Азербайджана развивает двусторонние отношения на постоянной основе с более чем 60 странами. С ними у республики подписаны меморандумы, протоколы и другие документы об укреплении связей в сфере молодежи. С учетом того, что молодежные лидеры – это будущие деятели республики в политике, экономике, культуре и спорте, стороны решили проводить такие форумы на постоянной основе. Периодичность пока не определили, а вот площадка уже известна. Следующая встреча пройдет в Астане. Мехрибан Касумваров, Аталик Перов, CBC.